Ну ты чего, малой, забыл, что ли? Мама прибегала то в синяках, то со сломанной рукой. Он убил бы ее. Это и без махинаций со временем было ясно. Он получал кайф от того, что ее избивал. Но однажды он нашел себе новую игрушку. Этот ублюдок был опасен. Жесток. Уже есть место. Надо было с этим покончить. Тоже. Другой, не было. Это было нелегко. Тоже было так. Он или мама? Он или мы? Ладно, пойдем. Как же так? Убьешь одного человека, тебя назовут убийцей. Убьешь многих и станешь героем. Черт, я никогда так не поступил. Да. Тогда ты должен уже что-то сделать. И быстро. Ты либо спасешь меня, либо спасешь девчонку. Пригнись. Привет. Что такое? Ты же позвонил. Oh.
answer from this world. Terra smash! What? This is not the end. Taste of this! Dodge this!
Taste of this! Спасибо тебе большое. Ерунда. Господин, газету. Да? Там кое-что спрятано. Просили передать. Да, спасибо. Убит Вальдемирова, как это прикрыто. Фэн Бэн Ну прибыл в лаву Ли Цюань, чтобы напасть на нас. Секретные вышли. И не командует господин Фан. Возьми, и тогда звонишь мне. Да. Но, господин, а как выбор? Поставь отряд. Мы не надо. Господин, вам известна ситуация в Гуанчжоу. Я сказал правду. Я еду в Тилю и залаю лицо. Но даже если я останусь там, мне все равно не победить лаву лицо. Дай Джин так отчаянно пытается заполучить механику, чтобы делать это. Если она преуспеет и захватит Тилю, механику. Следующим будет Гуанчжоу. Но без участия механиков она не справится. Продолжение следует...
это я могу сделать. Она едет, но это вовсе не монополь. Вы говорили, как вы. Но вы не остались там, а притащили вернуться народу. Я вам беру. И какой этот ваш фильм? Может, вместе с Любан основали этот год. Первые ученики. Вас достать. А Банджо остается. Мы используем, но предупреждаю. Затем мои подчиненные сразу же оставят оружие и уйдут. Вы опоздали. Все идет по плану. Разумеется. Люди из Лао Ли Цюань соберутся в назначенном месте. И в нужный момент они нападут. Хуамин Чу получил слух, как планировалось. Бэй Цзинь очень помогла. Хуамин Чу точно на это клюнет. Бэй Цзинь больше не нужна. Так что делай то, что должен. А Лао Ли Цюань пустим в расход. Значит, восьмерка интегрируется в Юньми? Благодаря мудрому плану Юджи. Я не получил свиток в Кунмине, но Хуа Минчу жаждет мира. Еще будет шанс, можно не волноваться. Я много болтаю. Скоро вы станете хранителем. Здесь живут механики. Их город построен по чертежам Мо Цзы, и считается, что в военном плане он идеально защищен. Пусть он и невзрачен, но это абсолютно неприступная крепость. Я хочу на него взглянуть. Вам совсем не обязательно. Я справлюсь. Не усложняйте. Ты сам сказал, что я стану хранителем. И что? Боишься, что я испорчу план? В генеральских делах вы эксперт. Ну, а в этих делах эксперт я. Хорошо. Значит, я буду действовать по инструкции. Я получу свиток, а ты станешь лидером механика. Конечно. Механикам давно пора меняться. Вам еще точно там будет? Вы же его знаете. Is this an answer from this world? Альфа-пятница. Супер кэшбэк каждую неделю от Альфа-банка.
просто выгодно. Альфа выгодно. Ага, видели наш вопрос? Моя личная жизнь вас не касается. У вас новый избранник? Кто? Кто? Это я. Тимур, не это не надо. Ты, пожалуйста, скажи, что тебе набрали. Я знаю. Придется устроить вам маленький вынужден. Быстрее начнем, быстрее расстанемся. Наша информация, где щедрый спонтан, включающий свое усилие на премиуму, а Глая смущается и краснеет. Смущается? Нет, надо сыграть. Возлагайся с ним попадением. Погнали. А почему мы выбираем эту шапочку? Потому что ты влюблен, Дим. Вот и все. Может, ты сейчас на свое время? Главное, что здесь. Теперь это отлично. Теперь МТС премиум еще выгоднее. Добавляйте до трех близких бесплатно, и каждый получит дополнительные 50 гигабайт. Онлайн кинотеатр «Кион», МТС «Музыку», книжный сервис «Строки» и выгодные поездки на самокатах МТС «Юрент». Всего за 249 рублей. Время отделяет для человека все. Потенциально перед нами кротовая нора. Если обнулить время и вы вернетесь, это что-то изменит? Кино в день космонавтики. 12 апреля в 9:25. Только на телеканале Sci-Fi. Ты что? Когда ты покинул Кунмин, ты вернулся в Мор. Расскажи подробнее об этом городе. Да, расскажи нам, какой это город. Это даже скорее школа, а не город. Это круговая постройка вокруг храма. Типичная для Харка. Город спроектирован родом Мо. С востока по часовой стрелке идут Джан, Цю, Цин, Ду. Все мухолики живут там. Жилой корпус называется мастерской. Там механики и ученики отрабатывают свои навыки. Я назвал его школой, потому что там живут в основном те, кто пока еще не стал истинным механиком. Многие из них не сдали ежегодные экзамены и все еще являются учениками. Кстати, мастерская поделена на 4 части, в зависимости от сфер. А также сфер знаний, солото, дерево, вода и огонь. Каждая сфера отвечает за получение определенных навыков, и у каждой сферы есть собственные имя. Ученик должен выбрать одну из первых и совершенствоваться. На экзамене нужно получить одобрение троих лидеров, чтобы стать истинным механиком. А ты в какой школе? Я в Москве. Понимаете, я, наверное, далеко не все знаю о процессе обучения. Я ведь с юности всегда следовал за своим мастером Гуанчжоу. Ты маленький гений! Ты вот и вау! Вовсе нет. Чёрт подрожил. Идёт. Самое главное... Вот что. В центре города есть строение. Там Кунчук. Там мы поклоняемся великим механикам. Если механик сделал важный вклад при жизни, его назовут великим механиком. И в храме повесят табличку его имени, символизирующую вечный поклон. Мог изобрести город, он не знает. Он должен помогать стране развиваться, а не прятаться от этого. Господин, как бы вам не помогли? Да, но он прав. Вернувшись из Японии, я хорошо расширю своих навыков. Если механик выйдет из восьмерки, мы сможем использовать наши знания.
госпожа. Румо, все улажено. Все по плану господина Фана. Хорошо. Так, держи. Есть. События для нас. Я рад приветствовать вас. Благодарю вас. Но скажите нам, что привело вас сюда? Кэшу у нас ни о чем не предупредил. Чем вам помочь? Но разве вы ничего не знаете? Я наслышан о ваших механиках. Я был в Гуанчжоу и решил заехать сюда. Вот и все. А. О, как же неловко. Мы приехали к воскресам, но не все к ним готовы. Боюсь, мои противники могут опозорить всех механиков. Кэшу рассказывал нам о маме. Здесь есть древний храм Гонгшу. Позвольте нам помолиться и выразить почтение. Что вы говорите? Для нас будет огромной честью показать вам храм. О, простите. Простите. Разрешите. Пропустите. Осторожно. Пропустите меня. Пропустите. Баба. Баба. Я тебя представлю хранителю. Никчемный человек. Но надо же, своим появлением он позорится. Значит, вы отец Кэшу? Да. Примите мой поклон. За что? Быть хранителем – дело очень непростое. Кэшу всегда помогал мне во всем. Он не раз спасал меня и всю восьмерку. Поэтому я благодарю вас за такого сына.
Да, и я тоже. Кышу спас мне жизнь. А значит, все мы обязаны вам. Вы оба невероятно великодушны. Нам стало даже как-то неловко. Но прошу вас, идемте в храм. Помолитесь там. Да. Хранитель, спасибо. Все за работу. Вперед, Кышу. Ты снова дома. А вы как? Папа, как твои дела? Я так тебе рад. Я так тебе рад. Хранитель, который сражается за будущее восьмерки, предки механики, что покоятся здесь, могут отдыхать спокойно. Ну зачем вы так? Все очень вежливые, потому что слишком велика нарваться на мастера культа. Это вам. Спасибо, что мы не слышали. Десятки. 6 апреля, 20:00. Только на телеканале «Сальца». Комплекс с витаминами и минеральными комплексами 2500 грамм. 1 грамм.
30% по покупке авиабилетов в любом город России. Только в сервисе Альфа Тревел. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Я теперь не заделываю. Мне не хорошо, что не могу помогать. Не дайте мне просто, а полу. Что-то произошло? Ничего. Но кое-что не знаю, как сказать. Как есть. Вы полностью полагаетесь на план Б. Ну, это опасно. Боюсь, как бы чего не случилось. Мы с Сэндом партнер. Мастер Си. Думаете... How is work assigned in the tea supply chain? Я в этом не сомневаюсь. Но я боюсь, что он что-нибудь учит. Он сбежал отсюда нарушить закон. В Лаоли Туан, такие фильмы небольшие. Итак, мастер. Вы должны быть более дальновидны. Он всего лишь безумный, создающий оружие. Он любит войны, любит пары. И с ними порой очень желаемые. Лаури Куан
что лишь ненадолго задержалась в Гуанчжоу. Когда Фэн Бэн Мо захватит меня и пробосит механику, мы сможем привлечь Юэ, Фо Шэн, Джан Мэй и Син Юань станут мышцами. Наши лидеры не просто так уверены в городе, но действительно прекрасно защищены. Это не неприступная крепость. Я успел возможность лава и Куани под Бэнну, если он думает, как мы есть первый на наш город. Связи с ним займут много времени. Барри, вы не согласитесь? Два пути очень сложные. Им придется рисковать. И это если считать, что Фэн Бэн Мо думает так же, как и я. Ну, это вряд ли. Вероятность мало. Чем меньше вероятность, тем опаснее. Петух, а? Вы хорошо знаете город. Пожалуйста, расскажите нам об экзамене. Keep this close. Бесконечная страна, над которой никогда не заходит солнце, завораживающая. Ты ожидаешь одно, а получаешь совсем другое. Мечтаешь о чем-то прекрасном, а получаешь вообще не то. А бывает так, что ждешь просто удобный офис, а получаешь лучший. Альфа-банк. В каждом офисе лучший банк. Неудержимый! Спасибо! Меня целится ракета, и это нормально? Крепкого ореха! От фантастического Люка Бессона! Это такси! Не упусти! Сколько их? Две части культового такси! 8 апреля в 20:00. Только на телеканале Сальфа. А ты хорош. Чтобы изменить этот мир, нужны герои меча и немного магии. Пройти через пустыню нельзя, там лишь смерть. Пустыня смерти. Сегодня в 18:20. Только на телеканале Sci-Fi. Нет, слишком мало людей. Вы вернулись из города. Я пришла навестить коту. Лепешки, Степа, держи. Спасибо. О, Чуянка молодец. Стала механиком, но не зазналась. А вы сейчас куда? Левой командир призвал. Повышенная охрана. Никого не пускать, кроме механиков. Такого много лет не было. Надеюсь, мы справимся. Левой командир призвал? Что-то не так? Да. Но не волнуйтесь, Чжэйян. Даже если небеса рухнут, с городом ничего не случится. Просто сейчас здесь хранитель, поэтому такая повышенная осторожность. Хранитель? Да. Экзамен – самое важное событие для нас. Он решает, станет ученик механиком или останется учеником. Каждый год механики из тех ближайших городов приезжают, чтобы увидеть прогресс учеников. Для механиков экзамен важнее всего. Значит, мы сами будем охранять. Экзамен каждый год в одно и то же время? Да.
Завтра церемония поклонения предкам. Экзамен всегда в этот день. Неизменно. Давайте подумаем. Если Лао Цуань нападет завтра, то что? Сышуй, Минчу, в первую очередь мы с вами должны подумать, как лучше и быстрее укрепить защиту города. Невозможно. Мо огромный город. Чтобы усовершенствовать оборону, нам понадобится помощь всего населения. Папа, мы ведь должны что-то сделать. Надо действовать. Ну что? Что мы с вами можем? Нас так мало, мы не справимся. Кэшу, пусть ты умный. Но ты же не сверхчеловек. Ты всю ночь не спал и планируешь защиту? Ты не выдержишь. Никак. Папа! Кэшу. Он хочет как лучше. Давайте сначала успокоимся. Поверим Минчу. Он разберется. Господин, можно я пойду в патруль, чтобы мы ничего не упустили? Ладно. Кэшу, покажи нам с Сишуй, как устроен этот город. Что касается защиты, подождем Сишуй. Если перед экзаменом почуем угрозу, тогда мы расскажем всем правду. Но если что-нибудь произойдет, нам придется остановить экзамен. Да, я знаю. Я вас отведу. Папа, я сам их отведу. А тебе нужно готовиться к экзамену. Ты ведь уже так много всего сделал. Нельзя упускать шанс. Постарайся сдать экзамен, ладно? Вы думаете, что я совсем бесполезен? Вовсе нет. Не усложняйте. Кэшу просто волнуется за ваше здоровье. Хорошо. Только будьте осторожны, а я вам принесу ужин. Да? Класс! Пошли. Да. Осторожней. Terra smash! Ты иди обратно, а мне еще нужно подумать. Да, я пойду обратно, а ты поспи.
8, 22 серия. Кашу, не спишь? Что делаешь? Отец все время готовился к экзамену. Он был очень занят. А тут краска потрескалась. Вот я решил обновить. Папа никогда не следит за мелочами. Какая-то странная краска. Папа сам ее сделал. Хорошая. Ты чего? Помогаю. Да брось, нет, я сам. Я хочу. Но ты тоже крась, давай, не ленись.